Прошло 2 года со дня образования сообщества «Лучики добра», членами которого стали семьи, воспитывающие детей с особенностями развития. За это время для них было организовано много тематических мероприятий, приуроченных к различным праздникам. Сегодняшний день не стал исключением. Поздравил ребят с наступающим летом и каникулами представитель общественности, директор Донского государственного технологического университета Артем Долженко. Здесь вам подарки, ребята. Подарочные сертификаты в магазин творчества «Тени-тени-тени». Также поздравила детей заместитель главы администрации по социальным вопросам Светлана Давлятова. Чудесный праздник, волшебный, столько подарков, столько ярких эмоций детей. Конечно, это важно, когда мы понимаем, что детство – это же будущее. И важно, чтобы каждый ребенок он был счастливым, потому что только счастливый ребенок вырастет счастливым, взрослым, способным создать наш мир более добрым, более светлым, более ярким. И вот эти праздники необходимы для нашего муниципального образования. Председатель Азовского отделения «Матерей России» Елена Зубец вручила почетную грамоту Светлане Ведяшко за ее нелегкий труд в развитии сообщества «Лучики добра». Светлана подготовила замечательный праздник для своих подопечных. Мы очень рады оказаться на данном мероприятии, видеть улыбки и счастье детей, а также их родителей. Мы, в свою очередь, подготовили для Светланы почетную грамоту за неоценимую помощь, за ее отзывчивость, доброту, любовь, за ее приверженность тому, что она делает. Спасибо большое Светлане за ее вклад в детей. Помещение для праздника и угощения абсолютно бесплатно предоставила администрация ресторана «Вишневый сад», а развлекал ребят аниматор. Он устроил настоящее шоу. Азот. И добавлю сюда нашу розу. Давайте попробуем посчитать с вами до 5. Давайте и 1, 2, 3, 4, 5. И прямо сейчас я подаскую розу и попробую ее сжать. И что мы видим? Наша роза полностью, что сделала? Рассыпалась, потому что азот очень и очень холодный. Кроме аниматора, на празднике присутствовала мастер по аквагриму, которая всем желающим наносила на лицо затейливые рисунки. Тем самым дарила радость детям и взрослым. Нас пригласили на защиту детей. Хорошо, а какие сказки вы знаете? Праздник защиты. Дети. Нам подарили много улыбков, много друзей. Спасибо, я вас люблю. Мы очень давно состоим в «Лучиках добра». Нам очень нравятся все мероприятия, организованные Светланой и Ириной. Мы часто посещаем эти мероприятия, нам все очень нравится. У нас происходит социализация, улучшение какие-то вот у ребенка. Все очень нравится. Подобные праздники объединяют и поддерживают детей и родителей и помогают почувствовать им всю полноту жизни. Екатерина Четверякова, Ивана Пажельцева, Владимир Чекунов, Азов.Инфо.